Сегодня мы приехали погулять в гостинице Лордес. Ой, смотри, какая тут тропинка. Давай пройдем. Так тут интересно. Такая дорожка, а там фонтанчик в конце дорожки. Такой фонтанчик. Это тропинка. Она ведет к бассейнам и к пляжу. Да, к морю тоже. Вот видишь, где море. Пляжные бассейны, с водопадом бассейн. Классно. Да, да, море. Только нужен такой пляж здесь. Песочек, правда, очень мокрый. Лодочки. Смотрите, мужчина кораблик ее запускает или собирает. А, это, наверное, прогулочная какая-то штуковина. Да, в этой гостинице, по-моему, мы были как-то на свадьбе с тобой. Помнишь, мы тут еще сидели вот тут вот на... Это та, где мы были на свадьбе и сидели здесь на этих камушках. Да, это мы здесь. Бассейн классный. Красиво. Ну да, такой выбор сложно сделать. В бассейне торчать или... В воде, конечно, в воде морской. Полезнее. Полезнее. Бассейне. Тут хорка и все остальное. Ну, вот, вот там мы пройдем. Ой, какое дерево большое. Это что, фикус, что ли? Смотри, какое дерево. Пройдем? Да, пойдем. Фикус. Хочешь сфотографироваться? О, ветер. Волны. Ветер очень сильно сдувает. Хотели расположиться здесь. Гостиница Лордес, опять гостиница Принцесса. Здесь пляж очень удобный, маме больше нравится. Видите, там море видно. Сегодня ветреная погода, волны. Как тебе водичка сегодня? Класс, водичка. Чуть тёплая. Попрохладнее, чуть-чуть прохладнее, чем в прошлый раз. Решили прогуляться сюда напротив. И здесь увидели магазинчик с сувенирами и вот такой бассейн, видите, с лежаками. Банановые пальмы, да, смотрите. Площадочку, магазинчики, кафешечки. Ну да. Ты барабанишь? Это твоя мечта? Ты хотела побарабанить? Конечно, хотела. Ну вот, видишь. Опять мы зашли в кафешку в Круассантери. Сегодня я заказала кофе с молоком. Мама заказала фраппе себе. Как тебе сегодня наша прогулка? Магазинчики чем посмотрели. Ну, да, чем сидеть дома, конечно. Да, другие магазинчики тоже интересно. Полюбоваться. Морем, пальмочками. Я сегодня не купалась, не плавала. Просто немножечко провела маме экскурсию. Фотографировались и в целом неплохо провели время. Мне еще дизайн у них вот этот нравится.